правительства Москвы и Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности мы узнали у Антона Алиханова, губернатора Калининградской области. Мы подписали всего около 40 соглашений с регионами, с компаниями. Но на Москву приятно и удобно ориентироваться. В Москве много готовых решений. Во время последней встречи с Сергеем Семеновичем обсуждали автоматическую систему, которую Москва выстроила по закупкам. Одно из соглашений – это как раз наше партнерство и присоединение к их системе вот электронного магазина. Мы будем пользоваться интеллектуальными решениями, которые они разработали в сфере закупок. Это доступ наших поставщиков в такую общую систему закупочную московскую. И, с другой стороны, мы имеем возможность видеть огромную картину по поставщикам, ценам на различные однотипные, в том числе, товары, которые покупались когда-то Москвой. Но нам бы хотелось в дальнейшем, возможно, организовывать совместные закупки вместе с Москвой, потому что объемы у Москвы большие, и когда присоединяешься к таким большим объемам, обычно можно рассчитывать на какие-то большие скидки. И эти вопросы тоже можно будет урегулировать в рамках этого соглашения.